Потому что не выходит. А чё так это не работает? Я буду кричать, а ладно, выйдет! А кнопку мне нажмёт? Я бегу тебе нажимать, я не знаю. Ясно. До свидания. О, спасибо большое! Всем привет! Вы на канале Крошки Евы, и мы с Ланой пришли в обе на двоих, как обычно, да, я будем ухожу. Сейчас страдать. Я не хочу уже, зачем ты? Ты могла позвать Ёши, там Ульяну, почему нет, я? Нет, я хочу, чтобы мы вместе страдали. Какой вы знаете, Лана уже страдает на самом деле, с разрешения Ланы расскажу, она только что сломала вот перед записью ноготь, короче, не знаю, как мы будем все это проходить. Так я его еще и... Ноготь, который на клавиатуре, который на кнопочке в сторону, вот, вот в эту сторону. У клавиатуры есть ноготь. Блин, а! Ну, я сильно упала. Указательный на левой руке, я понимаю, да? Да, пришлось снять сейчас пластырь, вот, а он там наполовину. Короче, ладно, да, это будет больно. Все, пойдем. Все, пойдем. Пойдем, у нас есть тут большие кактусы. Я готова. Так, я тоже. Ой, телепортирует. Кстати, эта пустыня будет очень классно. И обе выглядят прям, ну, очень красиво. Вау, слушай, обалдеть. Ой, у нас целый остров свой получается. Да, а как тут это чекпоинт? А что я? А ты на меня прыгала, и я не могла пройти. Да, ты немножко на меня надавил. Давай, выбирай сторону. Мне удобнее право. Ладно. А тебе вроде левую, слушай, потому что да, логично, да, логично, с той стороны. Спасибо. Я даже его подняла, и ты мне должна, видимо, нажать. А ты вроде тоже, нет? Ну, сначала ты, спасибо. Нажала. А вот теперь я, потому что у меня там было прозрачное. Так, подожди, а ты не нажимай пока что. А вот я? Ну, вроде... Хотя сказать, я теперь нажимаю, но нет. Оно постоянное, то есть ты мне нажала, и оно все еще не пропало с тех пор, поэтому я нажму, да, и пойду дальше. Хорошо, спасибо. Фу, ой, кактус, как приятно, как приятно. Я тоже хочу кактус. А подожди, а у тебя? У меня нету. У меня, кстати, не появился после того раза кактус. Ну, возможно, я его уже взяла. У нас общий чекпоинт. Да, скорее всего, так и... О, господи, какой звук, давай. Страшно. Слушай, Ева, ну тут этот туториал, поэтому здесь должно быть, ну, очень просто. То есть никаких по времени отключающихся кнопок. Я очень надеюсь. Никаких смертей внезапных, все должно быть. Так, я первая беру кактус. Давай. Я его в прошлый раз. Твой кактус. Так, а что это у нас тут такое? О боже, стой, подожди. А тут говорят, что нужно сказать своему другу правильный цвет. Давай, хорошо. Смотри, у меня зеленый, красный, синий. А у тебя, если посмотрю... А может, с красного начинается, нет? Я не понимаю. А давай проверю. Тебе... У тебя зеленый, наверное, первый, да? Нет. Нет, подожди, у тебя красный. Тут. Красный. Давай, ладно. Ты прыгаешь на красный. Я прыгаю на красный, прыгнула на. Значит, на синий. Я просто не знаю, где здесь начало. Ой, фух, вот это повезло, вот это повезло. У меня это чекпоинт-то далеко. А почему у нас один чекпоинт на двоих? А тут у тебя не появилось кактуса? Нет, у меня и не было. Вот, ну, так, давай на меня, на мне тогда проверять. Так, у тебя зеленый. Да. Жива, хорошо. Так, у меня синий, правильно? Значит, да, значит синий. Так, дальше красный у тебя. У тебя тоже красный. Ага, так, у тебя следующий синий. У тебя зеленый. Ага, так, дальше красный. Красный. У тебя синий. И синий. А у тебя красный. Ага, отлично. Так, ну что делаем? Кактус мой? Ну, бери ты, да, кактус, давай по очереди. Странно, слушай, а почему найди нету? Найди и нажми кнопку, ой-ой-ой, чтобы открыть дверь. Ой, я нашла. Чё? Нашла кнопку. Это очень круто, а лабиринт зачем тогда? Ну, может, я тебе где-то открыла сейчас? Я не понимаю, я забыла. Я нашла кнопку. Ты дальше прошла? Да. И нашла кнопку. Так, подожди. Я нажала какую-то кнопку. А, ладно, сейчас дойду тогда в другую сторону. Ничего себе. Так, ты забрала кактус? Да. Ага, ладно, хорошо, я не умираю тогда. Вообще, как-то очень странно сделано. Так, я нажала. Я тоже нажала. По-моему, отлично все сделано. А что, Ева? О, у меня тут чекпоинт был, ура! А, тут вот оно что, ого. Блин, опасно. Ну, а у меня тоже тут чекпоинт, ого. Не, там дальше
маленькое расстояние, а скорость все равно остается такая же большая. Блин, да! Может, сразу на следующую перепрыгивать первую. Ого! Так, а я ты как сделала? А куда я? Кому я включила? Ну, не знаю. А что подожди, я мы включила? Должны вместе, наверное, нажать. Ого. О! О, отлично! О, и скорость ушла. Да, вообще какой это было трон. Опасно. О-о-о. И бейдж! Ну, да. Очень красивая обе, все, мы переходим. Понятненько, отлично. Слушай, мне понравилось. Вот да, здорово. О, смотри, тут кристальные. Вау. Это будет очень красиво, но очень сложно. Думаешь? Ну, тут написано легко, но я им не верю, знаю я их обе. Так, ну что? Вау, вау. Ой, ты только глянь, как красиво. Ева, я не знаю, что со мной. Мне хочется съесть эти камни. Не надо, они не ешь. Очень классные, так, я тебя включила. Так, я тебя тоже. Ага, теперь я тебя включаю. Я не знаю, насколько оно быстро пропадает. Поэтому давай поторопимся, потому что ну, мне давай. Страшно. Так, что кто берет? Забирай. Давай одновременно. Давай. Так, давай, раз, два, три. Оп. Непонятно. Так, у тебя не написано второй написано уровень? Написано второй уровень. А, все, отлично. У меня тоже. Все, тогда, значит, оно на двоих сразу и берется как раз. Слушай, ну уровни легкие такие, и все так красиво сделано, ну, я да. Прям не могу. Ну, может, это пока что, а потом будет посложнее. Я не хочу усложнее. Я тоже хочу не хочу. Вот так. Блин, Ева, оно длинное. Ого! Так, бери, это твой кристалл. Ну, ты тоже бери, давай вместе. Подкрадывайся ну, давай. К нему, крадись. Крадусь. Крадусь. О, третий. У тебя ага. Третий? Да, у меня тоже, да. Слушай, неплохо. Боже, как будто стены меня сейчас расплющат. Ощущение такое... Я кнопочку нашла. Кристальчик. Я нашла кристальчик. Маленький кристальчик. Да, кристальчик. И тут тоже кнопка. Везде. Так, нажала. Ага. Побежала. Не знаю, куда идти. Побежала. О, что-то... А! Там осторожно на выходе, Ева, там просто капец. А, я аккуратно вышла. А я не совсем. Ну ладно, я сейчас быстро дойду, я помню, куда идти. И... Опа. Так, все, давай. Ты первая. Так. Ой-ой-ой, чуть не упала, так опасно было. Ну да. Они далековато друг от друга находятся, поэтому немножечко ну, вообще... даже страшно. Да. И главное, чтобы они не отключались, а то это мне вообще не понравится. Ну да. Так, ну я думаю, ты бери, а я пошла. Ева, вместе! Стой! Вместе надо взять, куда ты пошла? Ну, давай, ну я не знаю, насколько у меня 5. Вместе берется. Да? Ну да, да, работает все. Мне кажется, оно просто ты берешь, и у меня берется. Ну, лучше не рисковать, а то вдруг ты потом сзади где-нибудь окажешься, а там кнопки нажать надо, они ну, не да. Нажмутся, и все. И ты не выйдешь тоже обратно. Ага. Я буду кричать, ладно, выйдет! А кнопку мне нажмете? Нет, только скиньте мячик. Да, да, только мяч могу скинуть и попить. О, попить это точно. Ты знаешь, если не попить, то можно сразу идти домой. Ну да, так, нажимаю и... Так, вот я... Все, давай. Нормально, шестой? Да, да. Слушай, это мы только половину прошли, получается. Чего? Ну, посмотри. Реально, обалдеть, какой кошмар. Это у легкие еще причем. Вау! Ой-ой-ой! А, Ева! Нет, нет. Блин! Ладно, вернись! Ладно, нет, я пройду по твоей стороне. Нет, я не пройду по твоей стороне. Не пройдешь ты по моей стороне, я здесь. Да ладно, а что ты? Давай же, ладно, ну я думала, я там пройду. Какая разница, давай. Так, больше, пожалуйста, так не повторяй. Хорошо. Ого, как очень высоко ее закидывает. Ого. И... Ой-ой-ой! Ты видела? Они пропали. Так быстро, обалдеть. Ой, аж мне аж ручки вспотели, аж страшно. Страшно, так, ладно, да. Я пошла нажимать. Че, готова? Да, давай, я уже тут жду. О, я а уже дошла. Страшно, а вдруг это, что случится и все? Слушай, ну, довольно быстро пропадают, конечно, я вообще не представляю, как будет на следующих уровнях. Ага. А тут что? Нажимай. Да. Ага, благодарю. Ага. Ага. Господи, ужас какой, страшно. А почему мне две кнопки надо было нажимать, непонятно. А мне было две штучки надо было, да. А, все, тогда пон. Так, аккуратно. Ты мне нажимаешь. Не торопись. Ага. Ага, понятно. А-а-а! Тихо, прыгаем, распрыгиваемся. Я скорее, ну может потухнуть.
Чё, серьёзно? Я понимала это, да. На? Выпрыгивай обратно. Я пыталась распрыгаться, но мне не получалось ничего. А, блин, Ева, так не выйдет. Мне так и не надо умирать. Я не могу вернуться нормальным путем. О, ага, отлично. О, господи, я аж в космос улетела. В космосе. Кошмар какой. Просто вообще, ага. Ну, это уже конец, тут уже даже видно, и мы справимся с тобой сейчас. Нажми только мне спасибо. Это опасно так говорить, а то обе сейчас услышат такое, ха. Вы что там думали? Это так легко, это я не легкий уровень. Ну, так будет в следующий раз, да, там будет сложнее. Ой, да. Так, ну что, у нас теперь лес на очереди. О, грибочки. Выглядит очень красиво, я надеюсь, обе будет такое же классное. Ой, да тут все очень красивое, слушай. Но это будет точно сложнее и... Вау! Обалдеть! Как красиво. По лианам ползем. А у меня проблема сейчас будет. Не будет. Нажмешь кнопку, ты... А, нормально. Обалдеть. О, начинаются светяшки. Отлично, понимаю. Главное не умирать. У меня еще какая-то кнопка, тебе уже нажимать? Да, да, давай. Ага. Вау. Мне... Ты тоже? Да, так же момент. А почему? А у меня там нужно было нажать еще одну тебе. Ты где-то не нажала мне, видимо, кнопку. Да? Я нажала, странно. А я просто не допрыгнула. Так, ну смотри, вот у меня кнопка. Так, ну... Так, ну нажимай, я нажимаю. Я не могу нажать. Ты нажала уже. Все, я побежала. А, я боюсь, что она сейчас исчезнет. Фух. Реально только что исчезла, какой кошмар. Обалдеть. Блин, это страшно. Ай, ой. А-а-а. Так, раз грибочек, два грибочек, три грибочек, четыре. Отлично. Отлично. Так, готово? Ага. Давай. Раз грибочек, два, три, четыре. Слушай, здорово. Ага. А мы уже с тобой такие наученные такими обе. Так, поехали, грибочек. Грибочками. Ага. Так, ну что, я тебе сразу нажимаю. Как заставить Лану быстро бежать? Это что, тут дрессировка, что ли, происходит? О, и мне пока нельзя идти. Получается, так, все, давай. О. Пошла, 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 быстрее. У меня вот здесь мне надо нажать. Я просто это, начинаю немножко паниковать. Ой. Так, Ева, мне вот тут тебе нажимаю, да? Так. Да, так, нам надо лезть вверх. Погнали. А как допрыгнуть-то? А, в смысле? Ну, я не знаю, там лестница. Ну, я не допрыгиваю до нее. Nope. А, серьезно? Так, нет, ну это какая-то проблема. Может, мне стрелочку тоже не получается. Ну, я не знаю, ну тут реально не допрыгнуть вообще никак. Блин, давай я попробую, давай меняться. Ну, давай. Ну, вот, я почти допрыгнула. Ну, вот. Нет, ну я схватилась за нее. Ты что толкаешься? Ты меня толкнула. Видишь, она немножко шатается. Когда она подходит к тебе, ты можешь на нее запрыгнуть. О, я запрыгнула, все, погнали. Вот, так, ладно. Подожди секундочку. Что? Блин! Ева, ну стой там, подожди. Ты сейчас меня нажмешь, и я буду довольна. Я нажимаю. Так, подожди. Не торопись. Ух, я думала, ты мне сначала должна нажать. Я тебе нажала, я ухожу, я боюсь, она сейчас исчезнет. А у меня исчезла. Ну, давай, ты все равно нажми ее. Там мне-то что, я-то тут вернулась просто. Так, ладно, я нажимаю. Ага. Все, давай. Я бегу тебе нажимать, я не знаю. Ясно. До свидания. Я думала, я там нажата. Я постою на вот этом грибочке, который меня тут бережет. А где тебе должно быть нажато? Вот та, да, прозрачная? Да. То есть мне сразу нажимать? Ну тогда ты жди, тогда жди. Да, нажимай. Вот я иду, подожди, я нажала, все, теперь можешь прыгать. Все. Все, работает? Все, отлично. Да. Фух. Теперь вот тут по кустикам. Так, подожди, это не знаю. У меня грибочки прозрачные или нет? Вроде нет. Вроде да. Стой. Что? Это следующее. Нормально. Так, ну я тебе нажала, но я не уверена, что у меня вот эта штука не пропадет. Надеюсь, не пропадет. Давай. Ева, я не понимаю. Может, она у тебя должна ехать? Она не едет. Давай, может. Господи, какой кошмар. Так, ну что, я тогда возвращаюсь. Возьми чекпоинт. А ты уверена, что он у тебя сработает? Ну, вдруг он у тебя сработает. Возьми. Так, ну я взяла, у тебя сработал? Нет, ну возвращайся, чтобы ты потом, если что, точно считала, что ты прошла. Ладно, тут такая проблемка, я больше не вернусь, потому так что эта штука прозрачная. Можешь нажать назад, наверху, стрелочку. Ничего себе.
Пока. Так, мы с Евой решили немножко поменяться, потому что не выходит. А чё так это не работает? Мне нужна помощь. О, отлично, спасибо. Может, тут так и надо? Когда нажмешь кнопку, иди по дереву, вот прям, да-да-да, по ветке. Потом, когда нажмешь кнопку, то ты спускайся вот туда вниз. Блин, а тут как по дереву-то по ветке не пройти? Вернись, пожалуйста. По ветке пройти спокойно. Так, Ева, я готова нажимать тебе. Да, нажимай. Нажимаю. Все, а теперь спускайся вниз, вот туда, да. А ты нажмешь? О, так, все, я нажала. Отлично. Ага. Так, я сначала иду. А у тебя она ездит там, прикинь, вот эта штука, у меня она не ездила. А ты как только умерла, она поехала. Класс. Так, ну я нажимаю тебе, да? Тебе уже нажимать? Да, нажимай. И ты мне нажимай. Так, я тебе нажала. Спасибо. А, мой чекпоинтик. Ну, короче, у меня у тебя она... он сработал? Да, я теперь на 5-м уровне. Ну, давай, меняемся, отлично. А то мне этот танец больше нравится. Давай. Вот, спасибо за дерево. Пожалуйста. Благодарю, благодарю. Ага. Так, тебе сейчас нажимать? Вроде бы пока нет. Нет. А, ой. А что ты нажала? А, вижу. Я нажала. Все нормально, хорошо, я иду дальше. Так. Тебе когда нажимать? А вот, о, давай. Это последний грибочек. Да. Нажала. Ага, отлично, спасибо. И там еще деревяшка у тебя. А, да. Фух, чуть не прыгнула. Это опасно, конечно, опасно. Так, 6-й уровень, да, у тебя все отлично. Да. Так, нажимай мне. Оп. Отлично. Я нажимаю тебе. Ну. Паника, паника. Просто произошла паника. Нажимай. Ага, отлично. Теперь ты. Так, угу. Держите. Слушай, ну все. Вроде. А, да. Нет. Да, вот я сейчас тебе еще разок нажму. Ага, и у меня тоже тут для тебя кнопка. Ага, спасибо. Всё. Слушай, они такие иногда невидимые, немножечко обманывают. Ага, да, вот. Ты смотри. Хочешь, я пойду. А, там стенки у всех, понятно. Да. Ладно. Мне лучше эти стенки. А, ну хорошо. Так, ну что, готова? Да, давай. Ну, давай. Ага. Ой-ой-ой. Ладно, поторопись. Тороплюсь, все, тогда просто быстро проходи стенки. Это? Просто не тормози, хотела я сказать, и упала с грибочка. Ладно. Смотри, фишка в том, что просто сразу проходить. Все, пошли. Нельзя торопить меня. Видишь, просто ты долго стоишь, если я стою, то и они потом могут уничтожиться. Ну, это да, давай. Тихо. Это было сейчас так опасно. Просто кошмар, ты вообще видела? Знаешь, как мне было страшно? Видела. Я просто прыгаю на гриб, которого еще нет. А, помогите. Ладно. Так, а тут мы просто проходим стенки. Просто толстые стенки, аккуратно, очень толстые стенки. Ладно. Фух. Кошмар. Это было... Ой, там что-то упало. Оно едет, аккуратно, ладно, оно едет. А ты, может, мне нажмешь? Спасибо. Иди ты куда? Ну ладно, ничего, всё, ты можешь просто идти, да. Я нажала! Нет, я спрыгнула дальше, там надо было слишком долго. Так, помогите мне, помогите. Я не уверена, у меня не нажат, вот, да, все. Я нажала! Я все еще бегу. Еду. Ты езжай, и там дальше мне нажимай, я буду пока тут гонять, ага. Так, нажал. А, нет! Ева! Лина! Нет! Почему там так скользко? Ладно, подожди, а смысл? Мне же тоже надо тут немножко теперь свалить. Я повторяю, кстати. Возвращайся. Спасибо большое. Прости. Я думала, ты еще не пришла. Все, нажала. Ага, успела. Молодец. Только не падай. Так, я нажала. Ага. Там у тебя грибок едет, можешь его использовать. О, прикольно. А что ты так рада мне нажимаешь? Ты что? Потому что я уехала вообще-то. А, Ева, тебе надо вниз, мне еще раз нажать. Ага, спасибо. Фух. Главное, не умирай. Просто кошмар. Отлично. Ой, тут такие цвета непонятные. У меня не светится вообще солнце, чтобы понять. Ладно. У тебя первый темно-зеленый. Так, а у тебя тоже? У тебя красный потом. А у тебя желтый. У тебя теперь желтый. А у тебя зеленый. Ага, у тебя потом красный. И у тебя красный. Так, потом у тебя зеленый. А у тебя желтый. Ага. И у тебя потом красный. А у тебя зеленый. Ура! Yeah. Мы
это сделали! Отлично! И бейдж, лес пройден! Ура! Ой, ребят, ну что, мы прошли лес, и дальше у нас остается только... Суперсложные обе, сегодня мы туда не пойдем, я отдыхаю, все, мы и так молодцы. Но это круто, они выглядят очень так красиво. Так, только один вулкан? Ну, может, когда мы вернемся, они что-то придумают новое. Ну, знаешь, мне кажется, если оно суперсложное, то, чувствую, там придется проходить целое видео. Это точно. Ну, а если вам понравилось это обе, то пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на все наши каналы, и всем пока! Пока!